Пока к другим событиям. В Иркутской области избран новый губернатор. Уверенную победу во втором туре одержал коммунист Сергей Левченко. К этой минуте обработаны уже все бюллетени. Левченко набрал 56,39% голосов. В активе его соперника, временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Ерощенко, которого поддерживала «Единая Россия», чуть больше 41%. Это пока предварительные данные. Официальные итоги ЦИК подведет позже, но они вряд ли будут отличаться от этих цифр. Второй тур в Иркутской области был назначен из-за того, что 13 сентября, в единый день голосования, ни один из претендентов на губернаторское кресло не набрал достаточного количества голосов. Единороссы уже поздравили Сергея Левченко с победой. А ранее обоих кандидатов в президенты характеризовал как достойных занять пост главы региона. Комментируя итоги первого тура выборов, Владимир Путин отметил, что борьба была открытой, честной и прозрачной.